График работы напряженный, на отдых считанные минуты. Теперь они будут проходить в праздничной обстановке. На Одинцовской станции скорой помощи установили елку. Это подарок от окружных депутатов от «Единой России». В комплекте украшения и гирлянда. Но на этом сюрпризы для медиков не закончились. Под главный новогодний символ положили термоподы, чтобы в перерывах сотрудники скорой всегда могли выпить горячего чая или кофе. Мы работаем и на Новый год, на все праздники. И когда они будут приезжать и кушать, они будут видеть красивую елку с игрушками и вспоминать словами благодарности. Для многих Новый год – долгожданные каникулы, но медикам едва ли удастся расслабиться. По статистике, в этот период вызовов больше, обострение хронических заболеваний и травмы случаются чаще всего. Все экстренные службы переходят в усиленный режим работы, у нас формируются дополнительные выездные бригады скорой медицинской помощи, поэтому готовимся к праздникам. К работе в праздничном режиме медики готовы, но все же надеются, что у большинства жителей каникулы пройдут спокойно. Василиса Ивашкина, Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».